Всех приветствую, с вами Александр. Продолжаю играть модификацию ОГСЕ. Уже вошел я в лабораторию X18, задание обновилось. Здесь нам необходимо искать документы для бармена. Я не представляю, где они могут находиться. Открыть кодовую дверь, так. Если кодовая дверь также открывается, то в основном сюжете это будет несложно. Куда-то залетел я. Не очень хочу я задерживаться в лаборатории в этом. Всегда лаборатории были опасным и жутким местом таким. 1, 2, 4, 3. Снорк откуда-то появился. Так, что дальше? Появляется задание открыть дверь в командный центр. Что это за артефакт новый? Полтергейст нужно добить. Какой живучий попался. Так, нужно посмотреть, что за артефакт. Кровотечение минус 250, отлично. Нет, все равно продолжают у меня лететь предметы, да, еще один полтергейст присутствует. И еще один. По-быстрому осмотрюсь я здесь. Так, нет, запутался я немного. Так, код от двери находится здесь. Да, здесь присутствует псевдогигант. Псевдогигант не устоял перед гранатой. Так, что здесь у нас? Коллега, напоминаю, что вы с завтрашнего дня приступаете к обслуживанию резервуаров в центральной лаборатории. Необходимо проверять их спереди в 2 часа. Обо всем докладывать мне лично. Код доступа к центральной лаборатории 9524. Вторая часть документов.
за дверью, возможно, будет третья часть документов. Девять, пять, два, четыре. Так, что у нас? Полтергейсты куда-то исчезли. Нет, они на месте. Никогда не любил подземные лаборатории, хоть это все уже и привычно. Но все же это жутковато. Так, заметка начала эксперимента. Завершилось у вас пока задание. Не откроется, пока я не убью огненного полтергейста. Так, это все хорошо, но все-таки где вторая часть? Вернее, не вторая часть, а еще одна часть документов. Так, посмотрим. Толстая стопка научных бумаг, сплошные термины, формулы и диаграммы. Здесь также аналогично. Документы, часть четвертая, часть вторая. А это часть первая. То есть нам еще нужно найти, отыскать третью часть документов из X18. Поднялся я уровнем выше в лаборатории X18. Я пропустил этого персонажа. Может, конечно, он появился только сейчас. Жека Дуплет. Терпеть не могу, когда разговор прерывают. Короче, я пришел за важными документами. Если ты что-нибудь находил, выкладывай, иначе у тебя будут проблемы. Если ты ничего не находил, проваливай, не трать мое время. Ты смешон, братиш, разговор закончен, и убирайся с дороги. Слышь, от меня не уйдешь! Так, он с огнемета. Там еще, кстати, остался один вояка. Бронебойный, походу. Так же, как Боров. Не вошло. Тоже, думаю, нет. Так, он бежит с ножом. Сколько ж в него застрял. Не знаю, возможно, это какой-то баг. Автотайник появляется. Заметка. Очередную часть документов я нашел у него. Так, надеюсь, никакой вояка меня не убьет здесь. Огонь! Нужно было все-таки очистить мне лабораторию. Так, что здесь? Здесь интересно, новый артефакт, его я посмотрю потом. Очистить лабораторию от полтергейстов. Так, здесь, я помню, должна быть бронь. Так, что здесь? Да, смотрите, вот какой-то мертвый сталкер. Пятая часть документов у нас. Задание обновлено. Нужно выбираться в бар отсюда. Но в бар я сейчас не пойду, а пойду я на кордон. Хочу отдать пулемет Диггеру, и он обещал нам рассказать о какой-то странной аномалии.
которого он нашел в подземелье. Я думаю, продолжу на кордоне. Выбрался я с территории Темной долины через южные ворота, но я оказался не на кордоне, как я и хотел. Перебил я всех военных при выходе из лаборатории. Также на выходе стоял УАЗик. Я оказался на новой локации, которая называется Лощина. И здесь у нас появляется какой-то очередной интересный квест, а именно какой-то искатель. Сейчас я на этом УАЗике попытаюсь добраться до этого самого искателя, посмотреть, что это задание, что за новый квест. А дальше, скорее всего, через этот выход я отправлюсь на свалку, а оттуда попаду на кордон, куда я хотел попасть, чтобы отдать пулемет Диггеру. Да, подъезжаю я к каким-то зданиям. Интересно, что это? Бандюка! Так, вижу бандюка, приходит сообщение. Знаем. Шел бы ты отсюда. А то мы, пацаны, нервные, еще шлепнем вдруг. Так, нужно осмотреться, кто здесь. Здесь я вижу бандиты, но они не нападают на меня почему-то. Так. Бандиты! Всем укрытие! Задание обновлено, получить четвертую часть карты. Это, скорее всего, задание по поиску флешки, как я понимаю, в этой лощине. Так, что здесь вообще происходит? Здорово, сталкер, я надеюсь, ты сюда пришел, чтобы нам помочь. Я слышал ваши переговоры, что здесь происходит? Вот засранцы. Совсем, блин, обнаглели. На нас напали бандиты из банды Кульвауга. Они хотели прогнать нас с лесопилки и сделали бы это без особых проблем, потому что вооружены куда лучше нашего брата. У нас только охотничье ружье. Нам удалось захватить лазутчика, и урки из-за этого не спешат нападать. Видимо, узнают что-то, что им нужно. Интересно, почему вам просто не отпустить пленника и не уйти? Ты, наверное, дел с блатными никогда не имел. У них же честного слова нету, в принципе. Но отдадим мы им пленного, они тут же наши и расстреляют. Надо как-то поступить, чтобы точно живым выбраться. Что такого знает этот лазутчик? Не пробовали у него что-то выпытать? Пробовали, молчит как рыба. Бачинский уже и рукой своей тяжелой несколько раз к нему приложился, не помогло. Так что мы увлекаться не стали, да и зачем нам ихние бандитские терки? Тут бы свою шкуру сберечь. Думаю, эта информация как раз способна поспособствовала. Может, я попробую его разговорить. Ну пробуй, только не надо нам тут гестапо устраивать, а то из-за этих криков бандиты могут не выдержать и напасть первыми. Ладно, учту. До встречи. Так, а что у нас по карте? Поговорить с Петренко, встретиться с искателем в лощине. С искателями в лощине. Да, это появляется какое-то новое задание. Привет. Вот влип, братец. Заботишься? А не возглавит ли тебе идущих сам знаешь куда? Не рыпайся, я сегодня не в духе. Что тебе надо? Мне нужна информация, которую ты нес своему главарю. Ты хочешь... Что ты хочешь в обмен на эту информацию? Тебе столько не собрать, фраер. Цену назови, я сам решу. Ну ты олень. Я же в плену этих гадов. Не видишь, что ли? Нахрена мне ништяки сдались? Я могу договориться, чтобы тебя отпустили. Если договоришься, то хрен с тобой скажу. Мне еще главное свою шкуру спасти. Чуйка подсказывает, что будет замес нехилый, и меня смогут первого завалить. Обеспечишь мне безопасность, я тебе шепню наводку на нычку с информацией. Ладно, поговорим с Юрием. Блоха не кольца, но согласен слить информацию. Если его отпустишь, что скажешь? Скажу, что стоит рискнуть. У меня такое подозрение, что если у нас не будет эта инфа, то мы сможем от этих урок отделаться раз и навсегда, если будет. Передай блохе, пусть он расскажет, где спрятал информацию, тогда его отпустим. Если конфликт решится в нашу пользу. Хорошо. Так, он пообещал отпустить его. Блоху. Юрий пообещал, что отпустит тебя, если ты дашь наводку на место, где оставил информацию. Хрен с вами, с фраерами. Где-то здесь, недалеко от лесопилки, сбросил я рюкзак с малявой.
дело было ночью, да еще и по башке. Мне тоже тогда двинули, когда завязывали. Так что место я толком не приметил. Не проблема, найдешь. Если не найду, это станет твоей проблемой. Так, ну вот как блохи. Может, ты кто такой? Чем вы занимаетесь? Разведываем тайные тропы, найти путь мимо выжигателей к центру. Нашли? Не успели. Какие-то мерзавцы сорвали нашу экспедицию и вырезали почти всех наших. Вот мы и сидим здесь теперь, чтобы лишнее внимание не привлекать. Да только плохо получается. Да, то есть эти искатели, которые искали путь. Так, а кто его, интересно, стукнул по голове? До встречи. Никто информации не дает. Соответственно, нужно отыскать тайник. Я сейчас подожду, пока расцветет. А потом начну искать тот самый тайник, где информация с малявой, как сказал блоха.